Смотри, я Иисус. Ты идешь свет. Просто мнение. Да. Короче. А, ты блин, я думала, ты фото. Ты видео снимаю. А ты что, такая съема? Так фейс. Видите, мы пьем пиво, короче. Пиво очень крутое. А вот Вика, она курит кальян. Покажи, ты его куришь. Можно? В общем, вот так вот отдыхаем. Сейчас я покажу всех остальных. Кстати, мы летом привернули. Всем привет! Это Андрей. Мы сегодня Андрей Шапик. Находимся. Профессиональный видеоблогер. Находимся в мистер Кэт. Ты еще вот так руку поставь, чтобы сфокусировалось. Вот. Мы сегодня пришли с. Такое событие произошло, что у Сашки появилась девушка. Да, он пиздит, не слышал. Саша пиво закончилось, это горе. Это горе. Закончилось пиво, пиздец. Да, у меня закончилось пиво, его не несут. Расскажи о своей девушке. Зовут Юля, блондинка, собака большая. Возраст скажи. Это не важно. 30 лет, да? Я ты пиздобол. А ты считаешь, что... В общем, все услышали информацию о Сашкиной девочке. А ну что ты скажешь по этому поводу? Нет, я покажу себя. На самом деле, ей 14. 14? Я вам скажу, что там ничего не слышно. Слышно. Я вам скажу, что Рома вообще доснимает. Я знаю. Всем привет. Где мое пиво? Я директор этого кафе. Меня зовут Андрей. Андрей. Сегодня мы снимаем бэкстейдж. Бэкстейдж креэйшн. На тему, как курить кальян. А потом он будет как сучу. А вот наш кальян, короче. Почему на фронталку? Уже видно было, что снимаешь. Мы видели свои уебищные ебло на спорте. Вас не да? А на что там смотрите? Аня. Что вы смотрите? У вас интервью. Что вы смотрите? Что там смотрите? Я хочешь это? Ай. А что вы разговариваете? О сахаре. О сахаре? О сахаре. О сахаре? Что вы о сахаре разговариваете? Не за йогу. Что мы от него дикие. Дикие? Дикий сахар. Это какой-то неформал вообще жестко. Скажи, Аня. Мы еще нашлемся до этого. Короче, мы отдыхаем. Дальше еще можешь... Где мое пиво? Где мое пиво? У меня закончилось пиво. Саня, сейчас будет пиво. Итак, мы сидим... Саня, сиди. Мы сидим... Так мы же видео снимаем. Ну, с водкой. С водкой? Не, ну вы же... Мы? Нет. Это опять видео. Да. И у Ромы светится. Как будто бы золото, глядь. Рома, золотой зуб. Ребята, как вам, мистер? Отлично, замечательно. Рекомендую. Кому ты рекомендуешь? Друзьям и врагам. Врагам? Ну, типа да. Типа да? Аня, а ты рекомендуешь? Нет. Нет, идешь, тут тебе ты здесь нравится? Очень много. Чувак, уже нет. Да? А куда ты хочешь пойти? Ты тупо сейчас пузырь пиздишь. Аня. Аня. Куда ты хочешь пойти? Сейчас я подумаю. Сейчас думай, давай. Я покажу себе свои зубы золотые, если нет. Язычок покажи. Ну давай, кому ты, ой, кому, куда ты хочешь пойти вместо мистер Кэт? Это вообще пиво, не пьяный. Чай, я подумала. Ну, зачем так близко, нормально. Я так жирная. Да ты не жирная, нормальная ты, самая красивая. Куда ты хочешь пойти? Ай. Идем к тебе домой. Ко мне домой? У меня лучше, чем в мистер Кэте.
Окей. Тогда мы следующее видео снимаем у меня дома, да? Да? Следующее видео уже никто не увидит. Мы снимаем, как Саша рыгает. Саша рыгает? Саша рыгает. Саша не рыгает. Саша, не рыгай. Кто сказал, что рыгает? Я не знаю, кто-то. Это вот это? Вот эта девочка сказала, нет? Не, это. Вот меня. Всем привет! Пошел! Я директор этого. Мы Вики не в обиду это все делаем. Да, Вика? А вы знаете, что Вика нравится Саше? Да не, у Саши есть мило. И у Саши есть крольчиха. У Саши есть крольчиха? Ее зовут Юля. Она такая белая или пушистая? Саша Вика. Стройная еще забавно. А сейчас будет видеоубийство. Надо мизинец такой, что ты больше, я не помню. У тебя, Аня, глаза блестят. Видела? А у тебя зубы блестят. Видишь, у кого глаза, у кого зубы. Зубастик у нас. Да. Аня курит мега сладкий кальян на гранате, на банане и на манго, да? А, ананас, гранат и банан, да? Как тебе кальян? Тебе сладкий, да? Короче, слишком сладкий кальян. Не очень, да? Ну, хоть чуть-чуть нравится? Да? Видно? Всем привет! Я Андрей, я директор этого кафе. Сегодня мы в ресторане. Ты забыл, как называется твой ресторан? Висити, как-то там Кая. Кэт, что такое? Мистер Кэт? Мистер Кэт, точно. А почему ты его так назвал? Потому что она позиционируется с моим котом. С каким котом? С Мурчиком? Его название Мурчик. Вот мы сидим, отдыхаем, и вот главный Головарь. Он говорит, что ты головарь. Я сажаю тёлку, хорошо. Где моё пиво, да? Вот она, да? У них любовь. Что-то между вами прошло, да? Она говорила ему, что она его любит, но он это не воспринимал. Все, всем до встречи.